Fable. Черт, школа, отстой. Полный отстой. Ага. Прям как ты. Ага. Подожди, что? Ой, да ладно, перестань дуться. Я вообще не дуюсь. Ты просто слишком часто дразнишь меня. Черт возьми, Мамока, ты же знаешь, я не это имела в виду. Спасибо, Хитоми. Мне действительно нужны были эти обнимашки. Я слышала, что ты лез... Нет, это вообще не так. Я абсолютно и полностью натуральна. Натуральная лесби? О, смотри, прямо за тобой, красивая девчонка. Ну заткнись, а! Между прочим, у тебя очень красивые волосы. Я подбирала этот голубой цвет к цвету моих глаз. Ребята, все минутку внимания. Я хочу устроить небольшую вечеринку в моем доме. Халявный Wi-Fi. Все согласны? Но Хитоми и Каита не могут прийти. Эта вечеринка точно не для тех, кто любит спать. Так что учтите, придется пропустить 2 дня школы. Ну, это для тех, кто приглашен. Все увидимся завтра у меня дома. А, да, и учителя поддержали идею, так что все отлично. Может, я смогу поговорить с президентом студсовета? Может, она изменит свое мнение? Не, спасибо. Но я не хочу идти туда без тебя. Ты мой единственный друг. Но ты можешь найти других друзей на этой вечеринке. Нет, не без тебя. Ладно, пойдем куда-нибудь еще. О, мне пришло сообщение от моей мамы. Она заберет меня из школы прямо сейчас. Наверное, потому что меня ждет пластическая хирургия. Надо же готовиться к выпускному. Я что-то не поняла. А что не так с твоим лицом? Ты выглядишь очень мило и так. Я хочу выглядеть, как моя мама. Будь другом, сделай за меня домашку на эту пятницу. Ой, а ты знаешь, что молчание значит согласие? Ведь ты же так и сделала. Вздремнуть было бы неплохо. Ну, наконец-то ты проснулась. Поздравляю, ты официально проспала 3 урока. Мам? Нет, пап. Что ты делаешь? Просто пытаюсь дружить с моим будущим напарником по команде. Напарником по команде? О, я забыл, ты же все проспала. Завтра мы будем убирать с тобой школу весь день. Что? Ну, вот так вот. И мы не пойдем на вечеринку. Нам придется отбыть это наказание, рано или поздно. Но это не моя вина, что ты толкнул ее. Но ты толкнула ее в меня. Я этого не делала. Нет, ты делала. Спасибо за пиджак, можешь забрать его обратно. Но это не мой. Думаешь, я знаю? Закончила уборку. Я убрала 3 класса за 1 час. Рекорд, да? А сколько еще классов осталось? 10, что ли? А ты закончил свою работу? Да, я убрал все классы на 2-м этаже. Я работаю с самого утра. Я не закончил убирать и половины комнат здесь. Я помогу тебе. Будь аккуратна в следующий раз.
и не расстраивайся насчет этого. Все совершают ошибки. Но ты же не совершил, а это любимая ваза Саки. Ой, прости, будь чуть-чуть помягче. Так что с ее любимой вазой? Она точно убьет меня. За вазу? Но это была всего лишь ошибка. Разбить ее любимую вазу – вот это ошибка. Смотри, мы вычистили два этажа. И что теперь? Что теперь? Она же не оставит нас в живых. Ну и что? Зато мы умрем вместе. Я, между прочим, серьезно говорю. А если моя мама узнает об этом, тогда мне точно конец. Президент школьного совета ничего не сделает. Особенно за разбитую тупую вазу. Ты думаешь? Конечно, я полностью уверен. Давай, провожу тебя домой. Черт! Я как будто бы убрал еще один этаж. Я никогда здесь не был. Выглядит очень мило и красиво. Очень тихо. Потому что здесь никто не живет, кроме меня. Раньше здесь жило много народу. Но потом они уехали в город в поисках работы, а мы с мамой остались. Совсем одни? Ага. Звучит чертовски одиноко. Ага. А вообще, ты можешь начать решать мою домашку. Нет! О, господи, ты в порядке? Где ты был? Я искал ближайший магазин, чтобы купить молока. И заодно позаимствовал одно из твоих платьев. Почему такое грустное лицо? Хитоми. Мне приснился кошмар. Как насчет того, чтобы тебе отдохнуть? Так что, это был реально плохой сон? Ну, что-то такое. Выпей это. Вкусно. Грёбаный розовый. Это был классный день. Ага, мне тоже очень понравилось. Ты очень развеял мое одиночество и мою депрессию. Как грубо. Сказал тот, кто спер мое любимое розовое платье. Ну если оно хорошо сидит на мне. Тебе лучше вернуть его завтра, потому что я ненавижу, когда люди носят мою одежду. Ты ужасный человек. Хитоми. Вставай! Как ты пробрался в мой дом? Что ты вообще здесь делаешь? Ты опаздываешь в школу. Мы опаздываем в школу. Я опять проспала. Да нормально. Прямо передо мной, да? У нас нет времени. Давай быстрее. Так, ну-ка подержи. Погнали. Ваза. У меня есть план. Так, пожалуйста, все уйдите и останьтесь Каито и Хитоми. Скай, уйди. Но могу я остаться? Ладно. Так что произошло, Саки? Мы должны наказать их. Они разбили вазу, которую ты подарила мне. Это был несчастный случай.
Ваза упала прямо на лицо Хитоми, и смотрите, какой шрам у нее остался. Ну, если это был несчастный случай, то все в порядке. Но это было не так. Они специально опаздывают в школу. Они пропускают уроки без разрешения. Они ложатся вздремнуть, пока уроки не кончатся. К тому же, они не сделали очень много домашнего задания по большинству предметов. Это правда? Да, но Каито вообще ни в чем не виноват, потому что он хороший студент. А все остальное, что мама сказала, это правда. Что ты делаешь? Хитоми, прости, но ты исключена. Мне жаль, что я услышала это. Может, я смогу помочь? Все будет хорошо. Сделай что-нибудь, Каито. Я не хочу расстраивать свою маму. Каито! И это все, чем вы можете отплатить за наш труд? Мы вычистили всю школу за один день, а все, что услышали, вот это? Вы нас выкинете как мусор? А кто сказал вам чистить школу? Кое-кто из тут совета, а вот она стоит. Лжец! Ты был на моей вечеринке! Ты отправила меня и Хитоми убирать школу в наказание за то, что тебя толкнули на пляже. А у вас есть какие-то доказательства? Нет! Как Хитоми могла бы разбить вазу, если бы она была на вечеринке? А самое главное доказательство находится у нее прямо на лице. А если вы заглянете в классные комнаты, вы увидите, какие они чистые. И тут вы поймете, что кое-кто работал тяжело все выходные, а вы ему так платите. Скай, я знаю, что ты честная студентка. Пожалуйста, ответь на вопрос. Честно. Каито и Хитоми были на вечеринке? Нет, их не было. Саки, ты отчислена! А что насчет Хитоми? Я дам ей шанс измениться. Спасибо! О, прости, я опять опоздал. Ну а что на этот раз? Пробки. Я тебя не прощу. Хитоми, я сказал тебе прийти сюда, чтобы сказать тебе, ты будешь... Милашки! Кто вы такие? Единственная и неповторимая Мамока. Я сделала пластическую операцию. Ставь свой царский лайк, если тебе понравилась эта озвучка. Посмотрим, сможем ли набрать больше, чем на прошлой части. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо, что смотрите, и до встречи.